красивейших ритуалов в жизни любого сотрудника правоохранительных органов происходит прямо сейчас на плацу филиала Московского университета МВД имени Кикотя. Это церемония приведения к присяге. Впервые в истории России сегодня присягнут сотрудники Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации. Больше 100 сотрудников сегодня произнесли вслух клятву, которая определит их дальнейшую жизнь. Среди них 16 человек, выбравших войска Национальной гвардии. 16 сотрудников войск Национальной гвардии приняли присягу. Войска Национальной гвардии были созданы в соответствии с указом от 5 апреля 2016 года, указом президента Российской Федерации. Войска Национальной гвардии на территории Рязанской области вошли в подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы и внутренних войск. Ребята прошли огневую, строевую, физическую, тактико-специальную и правовую подготовку, прежде чем произнести священную клятву. Каждый из них уже сегодня готов к реальной службе и является полноценным сотрудником, способным в случае любой экстремальной ситуации встать на защиту общества. В первую очередь какая-то ответственность гораздо больше появилась, потому что теперь я не только за себя, за свою семью отвечаю, но еще и за данные обязательства перед обществом, перед государством, перед Родиной, так сказать. Вот. Ну и все-таки какой-то радостный трепет, скажем. Показательные выступления курсантов университета – хорошее подтверждение тому, что физическая подготовка сотрудников на высочайшем уровне. Далеко не все из них – профессиональные спортсмены. Навыки они получают в процессе обучения в ВУЗе. Священная клятва верности, служения народу, отечеству дается раз в жизни и навсегда каждым стражем правопорядка. Сотрудники органов внутренних дел относятся к особым профессиям. Да? То, что для обычных людей это ситуация экстремальная, неординарная, для сотрудника полиции это его ежедневная деятельность. И каждый день порой, может быть, даже инстинкт самосохранения должен уйти на второй план, да, а первое – это желание правильно выполнить, помочь людям, да, выполнить свой долг. И в этом именно нравственный стержень каждого человека, каждого сотрудника играет основную роль. Для некоторых служба становится семейной традицией, как в случае Дмитрия. У меня служит брат, вот, заканчивал данное учебное заведение. Ну, я как бы решил пойти по его стопам, ну и, соответственно, и вот я оказался здесь. С сегодняшнего дня на 100 с небольшим человек больше готовы хранить наше спокойствие и мир в наших домах, оберегать и защищать нас от преступников и террора. И каждый из этих ребят прекрасно понимает свою ответственность и принимает ее с достоинством. Товарищ полковник, ваш сам Блажков, присяг принял. Поздравляю вас, принял. Служу Российской Федерации. Здравствуйте. Есть.